Портал города Рассказово ежедневно информирует о том, что происходит в городе и районе. Новости, программы, информационная справка, поздравления. Но помимо новостной и развлекательной информации, на портале можно делиться своими мыслями, фотографиями, видео, то есть вести блоги. Новые интернет-дневники и популярные блоги пользователей можно посмотреть в специальной вкладке. Сейчас на портале города Рассказово зарегистрировано больше 30 интернет-дневников. Тематика разнообразная. Блог пользователя Веры Карагиной для предпринимателей и не только. Автор рассказывает и разъясняет все тонкости налогового дела, приводя в примеры нормативные документы, разъясняя термины и добавляя последние новости, которые будут полезны всем, кто ведет свой бизнес и чья работа связана с налоговой отчетностью. Блог Павла Рубченко вводит в курс дела интересных спортивных событий. Последние посты посвящены Олимпиаде 2014. Автор ежедневно следил за достижениями нашей сборной. Отчеты, результаты и победы – все это можно найти на страничках его дневника. Блог Перегудова понравится тем, кто неравнодушен к поэзии, а также зарисовкам, заметкам и очеркам начинающего журналиста. Последнее сообщение повествует о доме из желтого кирпича. Образно это школа журналистики, в котором свои первые знания получила автор блога. «Потому что мне не все равно», заявляет Елена С.Х. в своем авторском блоге. Интернет-дневник ведет главный редактор телекомпании ТВ «Рассказово». На его страницах можно прочесть и о последних событиях, которые произошли в городе. К примеру, фотоотчет о митинге в поддержку мирных жителей Украины и Крыма. А еще можно почитать заметки и посмотреть фотографии о закулисной жизни творческого коллектива телекомпании. Блоги православной тематики, интернет-дневники, рассказывающие о помощи бездомным животным, блог администратора портала города Рассказово. Познавательную информацию в них сможет найти любой пользователь. Читать, комментировать, вступать в диалог с автором и создать свой личный блог – все это возможно на портале tvolk.ru. Наталья Киселева, Степан Диколенко, новости ТВ Рассказово.